Всем привет, дорогие, любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг. Посмотрите, какой Алексей у нас молодец. Посмотрите, какой хлебушек он испек. О, как это обалденно аппетитно выглядит. Я вам сейчас покажу в разрезе. Хотя он вам показывал, но я вам еще раз покажу. Очень-очень мягкий хлеб. Очень вкусный. Прям вот в борщец вот так макашечку. Как же вкусно. Тимошка. Также у меня на столе сегодня бабулин китайский салат. Шикарный. Кушаю я борщ по рецепту свекрови. Рецепт на лепешки, на китайский салат и на борщ, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну и борщ я кушаю, конечно, со сметаной. Ой, Тимоша, учуял сметанку. Сейчас я тебе дам фольгу от сметанки. Так, по-добренькому положим в борщец. Ой, котейка хитрый. Какой у нас, а? На. На, Тимоша. Кошачий мукбанг. Хоть ему и не разрешаем мы кушать всякое такое жирненькое, но я думаю, от 1,5 граммов сметаны ничего не будет. Очень вкусно. Вкусняшка. Только сейчас диктофон включила уже второй раз. Не знаю, как так получается. Девять памяти, да. Тимончик, не отворачивайся от нас. Хорошо? Не хрусти давай. Раз не хочешь в мукбанге сниматься, не мешай. Человеку работать, правильно говорю? Будет оглотать. Не жуя. Буду, говорит, так глотать, не жуя. Это объедение. Слушайте. Лепешки эти обалденные. Очень мягкие. Очень пышные, прям как пух. Ложись, чего ты встал? Ложись. Хороший. Ворующая рука. А поговорить сегодня хотела с вами по поводу... Писала мне зрительница «Злой хейтер». Вам огромный привет, мой добрый злой хейтер. В общем, по поводу темы «Я ж мать». Вот я их тоже терпеть не могу, этих «Я ж мамашей». Злой хейтер так и предложила тему «Я ж мать» и как с ними бороться. Мы так двумя словами перекинулись с Алексеем перед съемкой. Ну как с ними бороться, друзья? Наверное, никак. Просто пусть живут своей жизнью и все. А я же мамаши. Полно прям. На площадке одни сплошные я же мамаши. Главное, знаете, я еще терпеть не могу несправедливых я ж мамашей. А такие тоже есть. Короче, один раз Мишутка гуляет обычно. У меня-то вообще времени нет гулять с ним. Поэтому он гуляет со своей подружкой, которая в свою очередь гуляет с мамой. А мама, ну, соответственно, смотрит за Мишуткой тоже.
И она мне один раз звонит. И говорит. Только что, говорит, подцапалась с одной я ж мамашей. Смотрите, какой хлебушек. В общем, Мишутку, говорит, один пацан держит, а второй бьет ногой в живот. Я, говорит, этого пацана, который бил за шиворот, за куртку, говорит, схватила и говорю, ты что делаешь? Какого черта, говорит, ты бьешь по животу Мишу? И тут, значит, бежит я ж мамаша и орёт. Вы что, отпустите моего сыночка? Короче, стали разбираться. Этот мальчик ходил раньше вместе с Мишей на дзюдо. Но... И я ж мамаша начала защищать своего ребенка, говоря, что ее ребенок таким способом отрабатывает удары, которые они изучали на дзюдо. А моя знакомая, ну вот, Мишуткиной подружки мама спрашивает, извините меня, это какие такие, говорит, удары он отрабатывал, когда один держит, а второй ногой бьет в живот? Какие такие удары, говорит? Это где вообще, в какой борьбе такое писано, что один держит, а другой бьет? Та стала оправдываться, что он его даже не задел. А мне знакомая говорит, он его задел. Я стояла рядом. Ну, короче, мамаша там раскудахталась. А как оказалось, помимо того, что они вместе ходят на борьбу, этот мальчишка с Мишуткой, так они еще и в одном классе учатся. Вот. В общем, я эту мамашу знаю, она еще так разговаривает. Я стала ей звонить, выяснять, что да и как. Она мне тоже говорит... «Моего Никиточку, вы представляете? За шиворот!» А то, что ее Никиточка в живот бьет, притом в неравном бою бьет. Моего ребенка — это фигня. Она же, я же мамаша. Тот, который держит Мишу двумя руками, это старший брат того мальчика, который бил в живот. То есть это они... Два брата погодки, то есть тот, который с Мишей учится, он первоклашка, а старший брат во втором классе. Моего Никиточку, вы себе представляете? То есть я себе еще это и представить должна была, понимаете? То есть моего ребенка ударили, а ее ребенка только вот за шиворот просто вот так схватили. И я себе это еще и должна была представить. Он ничего такого не делал. Он всего лишь отрабатывал удары, которые... Она еще вот так разговаривает, я не знаю это. Если бы она была мужиком, то я бы точно сказала, что она светло-синяя. Но так как она женщина, я не знаю, с кем ее сравнить и какие ассоциации. Какие у тебя ассоциации, Лёш, такие дамы вызывают? Ну, ты не акцентируй, то вдруг она посмотрит твои видео. Ну, пусть смотрит. Подумай. Я ей в лицо скажу тоже. Я вообще... Я то, что говорю на своих мукбангах, я каждому могу в лицо сказать. Ну, то есть, если я про кого-то рассказываю, про этого человека, я могу вот все то же самое сказать тет-а-тет. Поэтому и про эту даму я тоже говорю то, что думаю, и в лицо ей тоже скажу. Но она так разговаривает. Он отрабатывал удары. Я говорю, слушайте... Когда они отрабатывают удары на дзюдо, у них там татами мягкие вот эти маты, да, говорю? У них там тренер,
И никогда их не учат, что двое бьют одного. Один должен держать, другой бить. Никогда их так не учат. Всегда они в бой выходят один на один. И они там босиком. А здесь в зимней обуви ребенок. Ну, понятно, что мой Мишутка тоже был в зимней куртке. Как бы я сильно потом у Мишутки спросила, болит живот? Нет, не болит. Ну и все, слава богу, все обошлось, значит. Вот, ну, то есть я сильно не переживала. Меня, конечно, возмутила эта ситуация. Ну вот. И эти я ж мамаши и в карантин гуляют, и без карантина гуляют. Как-то я эту мамашу, я ж мамашу, спрашивала. Их не было на тренировке. И я спрашиваю, а вы что, заболели? Ну, чего у вас не было на тренировке? Нет, вот у него горло болит. Я заглянула, оно красное. Ну, я решила на тренировку не идти, а гулять мы все равно вышли. Гулять-то свежим воздухом дышать надо. Ну, конечно, надо с больным горлом. Давайте, перезаражайте полплощадки. Себе усугубите ситуацию. Гуляйте, пожалуйста. Ну, в общем. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что вы думаете про всех этих я ж мамашей? Я их терпеть не могу. И они, как правило, несправедливы в отношении других детей. Не все, конечно, но большинство. У них же только их дети существуют. В общем, не знаю, мы с Алексеем думали. Ну, как с ними бороться? Злой хейтер, да, спрашивает. А что вы сделаете? Ну, как с ними бороться? Мне кажется, никак. Просто пусть живут своей жизнью. Алексей тоже говорит, а как, а что ты сделаешь? Точно так же и ёшним тоном тоже разговаривать с ней. Я ей сразу сказала. Пусть они все, что изучают на дзюдо, отрабатывают там, в спорткомплексе. А на улице, говорю, не надо отрабатывать. Тем более в неравном бою. Не надо, говорю. Если, говорю, подобное повторится, я буду вынуждена поставить в известность тренера, каким способом применяет приемчики ваш ребенок за пределами спорткомплекса. Меня бы, может быть, так не возмутило, если бы ребята один на один дрались бы, да? Но то, что старший ребенок ее держит, моего ребенка, а младший бьет, извините меня, это, конечно, выходит за все рамки. В итоге, что вы думаете? Помните, я вам рассказывала, что Мишутка в декабре не сдал экзамен. То есть он уже готовился, его готовили вовсю. Но он сломал пальчик, поэтому на экзамен не попал. А ее ребенок не попал на экзамен, потому что было очень мало опыта. То есть он с сентября вот позанимался по декабрь. Мишутка-то 3 года до этого еще занимался. С 3 лет он занимается борьбой. Правда, айкидо, а потом перешел на дзюдо. Но, тем не менее, все равно какие-то навыки какие-то у него были. В общем, я давно не встречалась с этой я ж мамашей, и слава богу. Но ее ребенка до декабрьского экзамена не допустили. Потому что мало опыта. Что вы думаете? К
Как это так? Я предполагаю, я вот не могу утверждать, потому что я не слышала. Я с ней не общалась и не видела. Но я предполагаю. Как это так? Моего гениального Никиточку и не допустили до экзамена? Да ну к черту, Никитушка, не стоит эта борьба твоих усилий. Бросаем все. Ну, в общем, не знаю, по какой причине точно, но, в общем, до экзамена их не допустили в декабре. В итоге в январе, когда Мишутка вернулся на тренировку, Никитушки этого нету. Объедение. Такого вкусного хлеба. Я давно не кушала. И вот мы когда на карантин уходили в конце марта, Никитушки так и не было. Короче, бросили они. Вот. Но как бороться с ежмамашами, мы не знаем. Как вы думаете, можно ли с ними как-то бороться и вообще имеет ли это смысл? Я думаю, надо еще поставить двойную порцию, да, Алексей? Мы пекли вообще на завтра хлеб, на утро. Но чувствую, сейчас еще Алексей пригубится. На завтрак потом нам не хватит. Надо, короче, печь еще. А чтобы хватило на завтра и послезавтра, наверное, две порции испечем, да? Очень рекомендую. Даже вкуснее, чем тот хлеб, который мы с вами уже пекли. Ну, хлеб тоже нормальный, вкусный. Но вот эта лепешка. Такого точно в магазине не продают. Ой, Алексей так гордится своей лепешкой. Проверни, говорит. И еще раз покажи, какая она в разрезе. Я вот одной рукой Тимошку трогала, уже не могу. Вот такая вот лепешка. Шикарная, пышная-пышная, прям как пух. Очень-очень рекомендую. И прям, если у вас семья, как у нас, из 4 человек, однозначно пеките сразу 2 порции. Потому что на один день этих лепешек не хватит точно. На завтрак, потом с борщом покушать, на ужин со сметанкой, например, однозначно на 4 не хватит. Уж больно вкусные. Да даже просто так, без каких-либо топпингов, просто лепешечки эти за милую душу. Ну что ж, друзья, пока я с вами общалась, я уже наелась. Если видео понравилось, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о моих новых видео. Пишите комментарии, мне очень приятно с вами общаться. Всех очень сильно ценю, люблю и уважаю. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра.